смотрите в новом специальном выпуске программы «Афиша». Юбилей нашего земляка – поэта Андрея Дементьева. Открытие первого в мире дома поэзии с участием Осифа Кобзона, Валентины Терешковой, Ларисы Рубальской, Светланы Крючковой и многих других. Грандиозный концерт, посвященный 85-летию Андрея Дементьева. Об этом и не только в программе «Афиша» на телеканале «Апрель Медиа».